Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова. И я давно не снимала такие видео, влоги, типа, с конюшней, с обычной жизни. Я отвыкла, если честно. Но сегодня я пришла с утра, потому что у меня нет практики в школе. Моя школа на карантине, поэтому сегодня с утра пришла работать пони. В общем, поставила сейчас вот эти туалеты в дуге с расчетом на пони. Там стоит звездочка. Где-то здесь гуляет мой пони. Где-то там. Поймала животинку, не хотел ко мне подходить. Да. Нельзя быть таким волосатым. Нельзя. Что это такое? Ты что, валенок? Че ты орешь? Вот видите вот это вот? Вот это вот. Это мы тут слаймом валялись сегодня. Делаем. Что-то попало не по размеру. Приятного аппетита. Алена, прости, но мне пришлось взять твою попону для него. Чтобы он не замерз. Смотрите, разве они не заяли? Дина! Сейчас просто надо супер быстро поесть, потому что время уже 11:38, а у меня в 12:10 пара. Из-за щенков мой холодильник выглядит вот так. То есть у меня просто куча-куча ряженки, и как будто я, не знаю, на молочной какой-то диете. То есть вот. А это я возьму себе. Сделаю кофе. Ставьте лайк, если тоже делал так. Блин, не сработало. В общем, ставь лайк, если тоже делал так. Вкусно. Ща будет пир на весь мир. Киса провожает. Куча. 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 Кс-кс-кс. Красавица. Настроение просто отменили по снегопаду. Снегопад, конечно, жуткий. Грунт, так сказать, выпадает. Жека. Жека! Блин, ребята, я эффект дежавю. Метет, конечно, жесть. Вася, ты готов работать?
тебя. Are you ready? Are you ready? Do it. Снег. Фух, ребят, я только что вообще закончила свою работу. Вот Ник отшагиваю. Прикол в том, что была ужасная вьюга, поэтому нам не удалось ничего снять. Как я прыгаю. Еще к тому же прыгала и не очень сегодня. Лучше всех прыгала вот эта вот молодятина. А так, блин, очень обидно, что не получилось ничего снять. То есть, типа, не на что. Ну, на ошибки свои не посмотреть, поэтому, ребят, всегда снимайте, как вы прыгаете и все такое. Я опять же очень сильно извиняюсь, что не получилось ничего снять, потому что реально ужасный снег. Вам, наверное, его не видно, но он мне просто в лицо летит, я не могу ничего видеть. И вот видите, я уже переоделась. То есть, когда я вернулась с учебы на конюшне, опять у меня ничего не высохло. И миг. И вообще пришлось одевать другую одежду, потому что снег ужасный, все тает. Я вся сырая, я была. Просто я вам хочу показать, что делает эта лошадь, Мика. Это корма. Я их ставлю. Отойди. Смотрите, вот она их кушает. И что, вы будете мило кушать на камеру? Вы что, издеваетесь? Ой. Они издеваются. Они обычно так не едят. Ладно. Просто свиньи. А я кушаю пончик. Садюля. Ужин, который мы заслужили. Чё смотришь? Вкуснота. Так. В теремочке живет. Вот не надо ее душить, ну не надо. Ища! Как вы сюда все впихнулись, можете мне ответить? Как вы сюда все впихнулись? Покажется, им не тесно. Вы понимаете, там 7 щенков. Вот здесь 8-я. Кошмар. Пища. Ты что тут делаешь? Ты что тут делаешь? Я спрашиваю, что ты тут делаешь? Не бойся. У меня все ноги, короче, перепутались. Надо их сейчас разобрать и немножко поиграть, потому что я вообще не могу. Ну что тебе? Вот посмотрите, вот вы хотите себе такую собачку? Я хочу, у меня есть. Обожаю музыку, походу. Ты чё, зай?
общем, я думаю, что пора заканчивать это видео, потому что уже нечего снимать, типа день к концу подошел. И с вами была я, Ксения Кольцова. Всем спасибо, всем пока.